Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю шашлык на сковороде. Мясо получается идеально мягким и сочным. И по вкусу точь-в-точь, как самый настоящий шашлык. Готовить совершенно просто и быстро. Мясо 600 грамм у меня свинина режу на крупные куски. Посыпаю сухой приправой для шашлыка без соли. Куски должны быть крупными, это важно. И также еще один важный момент – мясо пока не солю. Затем добавляю немного растительного масла. И сразу же можно приступать к приготовлению. Обжариваю мясо на растительном масле на большом огне. Когда мясо обжарилось со всех сторон, беру 150 мл воды и вливаю 50 мл 9% уксуса. Заливаю воду с уксусом к мясу и продолжаю готовить, пока жидкость не испарится. Когда жидкость почти испарилась, добавляю чайную ложку соли и одну луковицу, нарезанную четверть кольцами. Перемешиваю, накрываю крышкой и держу еще 2 минуты. Все, шашлык готов. Мясо получается очень-очень сочным, со вкусом самого настоящего шашлыка. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился этот рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего дня!